премьер Армении находится во Владивостоке и участвует в этом так называемом международном экономическом форуме. И сидит там рядом с Путиным, с человеком, который неоднократно предавал нашу страну, своего союзника, каким он нас считает, причем предавал совершенно цинично, и я просто не хочу говорить здесь грубых слов. Вот посмотрите, недавние события. Значит, 5 августа произошла встреча Эрдогана и Путина в Сочи. 5 августа. За два дня до этого азербайджанские войска заняли самые значительные позиции в районе, значит, той дороги, которая соединяет остатки Арцаха с Арменией. Той самой дороги, которая называется Лачинским коридором, и которую якобы контролировали российские так называемые миротворцы. Но миротворцы никак не отреагировали на появление азербайджанцев. И прежде всего потому, что добрая половина этих миротворцев уже спит вечным сном в земле Украины, а остальная половина там просто протирает штаны, ничего они не делают.